всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Окрошка, Энгри Панда, Бульбазавр, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Прятки», я буду искать, если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а я уже буду мочить Крошку, Окрошку. Даю вам, ребята, 20 секунд, даже, наверное, 21. Ну все, да. Я буду идти искать. Начнем с первого здания, давайте отсюда, потому что вы, как всегда, кто-то забежал и не выбегал. Там нет никого. Хорошо, давайте сначала я перед тем, как кого-то найти, я пойду в другую часть карты, потому что все побежали туда. Нет, не все. Да, лучше один раз показать, чем 100 раз рассказать. Я за аниматроника могу... А, не могу, могу. Почему-то странно, но ты поехать меня. О! О, тут снег. Вы тоже слышите? Да, я тебя сейчас тоже увижу. Вы когда ходите по снегу, прикольный звук застается, как будто зимой. Нет, да. О, стеклянный забор. Ой, а мост. Радужный. Не надо подсказывать, я вас и так найду. Не уверен. А, уверен. Ой, не уверен. А нет. Да, то тебе так кажется, я профессионал. Да, конечно, поверуй. Да, я тебе кижу. Вот тут кто-то сидит. Нет, тут никто не сидит, ладно, давайте просто выпрыгнем. Фу, хорошо, что не мимо. А, давайте зайдем в этот дом. Надеюсь, мне кишки не вирвут. Не вирвут, не вирвут. Ну, мы постараемся. Согласен. Так, так, так. Слышу, слышу звук. Ой, блин. Ой, ой, не туда побежал. Ты упал. Как и я. Дай. Вот тут кто-то за камнем сидит. Ага, за камнем. За камнем нельзя сидеть. Вот тут кто-то в этой двери прикольной. Тут нажимается, но ничего не происходит. Давайте посмотрим, что здесь. Ничего. Ты напугал меня, Дима. Так, я вообще думал, карта маленькая, я вас быстро найду, а вас найти не могу. Хотя она реально манюсенька. О! Здесь так можно сделать! Спасибо тебе! Как? Блин, да я застрелю в эти... Короче, аниматроник очень кривой. Давайте возьмем ровного аниматроника. Во! Вот это оно! Это сила. Я перепрятался. Да, да я тебе и так найду. Да за тебе бегал два раза. Так, это... О! А что у нас тут? Ой, страшно копать. Да не бойся. Так, мне уже не смешно, потому что реально никого не могу найти. Хотя карта очень манюсенькая. Что за западло? Вижу, вижу. Это карта, кстати, из мультика. А как мультик называется? Ай, фиг его знает. Веселая волшебница вроде. Да, карта называется, ребята, веселая волшебница. Веселые гномы. Так, а чё я не могу туда никак зайти? Вот что-то я думал, тут нема никого. Ой, нема там места, где прятаться. Тут везде можно заныкаться. Вот. Что, где? 7 человек не могу найти. Странно, очень. Да. Главное, одного найти, и дальше будет всё очень легко. Меня не найдут. Так, снеговик есть. Это было очень легко. Снеговик, ты такой простой, как и я. Молодец. Профи. Так, это она не может телепортироваться, я понял. Я еще успел раз перебежать. Нет. Лови гранату. А я тебя буду невидимый. Я тебя буду постоянно чекать. Ну ты навряд ли меня здесь увидишь. Надо, это на внимательность. Да? А, да. Тут же текстуры. И ты можешь в текстуры залезть, я понял. А он не может в текстуры залезть. Может, может. Карта, что... Да, это человек может. Он я очень хитрый. Он же, да, в мультиках, Спанч Боб, знаешь такого? Дурачок. Я пролезу. Так, пацаны, тут только два острова и больше нету? Больше да. Нет. Да, потому что может какая-то есть местность, которую я не знаю. Да я уж ты. Фантом красавчик. А ты рядом со мной, Димас? Да. Вот рядом где-то убил. Димас, так, поверь, подожди, подожди. Меня, я профи. Мы знаем. Вот. Я должен кого-то убить. Он бьет на расстоянии, по-любому кого-то задену. Нет. Да. У вас ничего не получится. Да. Мы всегда находимся в каждом ролике. И этот ролик один из тех. Где это мы найдем? Нечестно будет. Это будет очень честно. Нет, я бандам. Так, я уже прочекал, тут все такие нычки классные.
А я стреляю. Да подожди, подожди. Слазь! Ой, извини, снеговик, ну что ж ты? Почему вот и собачьи будки, никого нет? Привет. Бульбазавр улетел в небытие. А кто у нас там еще? Так, давайте сделаем перекличку. Кого мы еще не нашли? Меня. Так, по двоих что ли? Всех нашли? Троих. Я сзади. А зачем ты мне говоришь, где ты? А я какашка, видишь, что-то? А я буду стрелять. Так. Так, мне кажется, на этой карте я все исчерпал. Надо на другую идти. Надо? Да, надо. Сейчас мы так быстренько пробежим, прочекаем все углы. Так, давайте сюда забежим. Все-таки надеюсь, кто-то здесь будет. О, я здесь не был. Тут такой челик прикольный. Это точно с какого-то мультика. Такой страна. Ой. Я убил снеговик. А как я тебя убил? Так, в этой будочке никого. Почему-то вы не слышите меня, я стреляю. Так мы тебя не видим даже. Это хорошо. Может ты здесь? Может тут телепортируют? Нет, не телепортируют. Я в комнате. Вот эта комната, я ее нашел. Нет, эта комната даже не здесь, не в розовом. О, Angry Panda, красавчик. А где ты там сидел? Да, получается, замыкал самого. Молодец, профессиональный прятальщик. Может за забором кто-то тут сидит? Нет никого за забором. Павел злой. Вообще красота. Я разошелся, пацаны. В будке никого нету. Да, наверное. Ух ты, ё-моё. Меня на снеговик напугал. Чё, крошку окрошку тоже замочили? Да. Там кого найдем. Кого не нашли еще? А, всех. Вроде... А, всех. Я был последним, ура. Так, все, давайте делаем битву. Нет, меня еще не нашли. А, так, а кого это не нашли мы еще? Нет, мы всех нашли. Ну говорить не нашли, значит не нашли. А, Копатыча мы не нашли. Сейчас мы его найдем. Пацаны, давайте все берите аниматроников, должны их быстро, быстро его ищем. Вот он здесь, в этом доме, я уверен. Я бы тоже здесь заныкался. Очень классный домик был. Пацаны, нашли? Mm-mm. Я даже не знаю. Не, он не на этой части карты, пацаны. Надо, наверное, идти сюда. Он где-то тут. Он очень хитрый. Давайте поймем, может туда полететь? А, нельзя сюда лететь. Опять фантома поймали. Да, вот получается скайбокс этой карты. Вот тут, наверное, кто-то сидит в этой дереве. Ага. Угу. Прикольная нычка здесь. Вот что тут никто не прятался, я не знаю. Очень круто. Может, подсказку сделаешь? Где ты находишься? Не? Не подскажешь? Нема. Мне кажется, а он только взрыв. Нет его песочницы. Его нигде он... нету. А я знаю, где и он. Там... там он и есть, получается, там есть подъем наверх. Прямо на торговой точке. Может туда залезть, посмотреть? Мне кажется, его только бомбой убить можно. Ты думаешь? Да. А вы думали, я не буду в этой серии бомбы взрывать? Хм, зря вы так думаете. Помогло. Так, сейчас я давайте кину бомбу в этом мире, а потом в том. Да за что? Не за что, а зачем? За родину. За родину, да. Точно. Так, давайте не вот эту, вот она не очень большая, и жизни у меня останутся. Как же ее взорвать? Как ты а ее... я делаю сам такое тут. Пацаны, прощайте. Я не могу бомбу взорвать. Почему а я это? Взорву сейчас. А, вот так значит, да? Да. Прощайте. Ну как-то бы активировал. О! Ай! Убили. Нашли! Я убил! Да. Все-таки он был на этом острове, я угадал. Так, а давайте... Я на это... уже несколько раз бегал и несколько раз уже перепрятался, и я всегда был в зам. Ну почему-то у тебя, видишь, классный этот... нычка была. Пацаны, извините, я не хотел. Я хотел эту бомбу. Блин, все, не нажимай больше кнопку. Активируйте ее. А я побежал. Помянем.
Давайте, прощайте. Ух. Это обстоятельство. Ты жесткий, конечно. Да, это была бомба эпичная. Хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!